Вот видите, очень плавный переход получился. Так что миф о том, что на бархатной бумаге нельзя сделать плавного градиента, это всего лишь миф. Это просто люди не разобрались с бумагой, не поняли сути материала, ни бумаги, ни пастели. Поэтому имейте в виду, что вот можете пользоваться теперь этим способом. Теперь вы тоже знаете. Я вот собираюсь вам рассказать, показать наглядно, как вообще работать с такой бумагой. Что длинные усы, когда вы ставите карандаш, по пути, да, пока вот его... И бывает, что сделал, и все, понимаю, что ус кривой, и деваться уже некуда. Или они там как-то пересеклись неправильно, да, некрасиво. И о ней надо помнить с самого начала, потому что если вы про нее забыли, а она в любом случае должна быть, то потом возникает такая неловкая ситуация, куда же так поставить, чтобы ничего не испортить.